Есть еще одна причина, почему следует быть внимательным перед тем, как клеить обои. Это причина – окно. В данном случае нужно решить вопрос, чтобы не дуло. Послушайте звук. Поезд идет, а слышимость, как будто окно открыто. Это опасно, очень опасно, потому что мало того, что шпаклевка старая, есть вероятность того, что она может отходить. Второе, обои могут быть некачественная, имеется в виду бумага, а не флизелин. И третье, сквозняк. Вот эти три составляющие могут сыграть очень нехорошую вещь. Швы могут разойтись вместе с шпаклевкой вот с этой. Точнее, то, что это называется шпаклевка. Вот так, так что лучше не спешить. Лучше решить вопрос. Завтра я возьму ключики, попробую подтянуть окошко. Регулируется оно несложно. По-моему, там шестигранник или звездочка. Там надо подтянуть, прижать. Ну, это прям вообще надо. Палец пролазит, вообще не держит. Так что вот так, лучше не спешить, лучше решить это все. Продолжаем делать супер качество. Такие вот у нас здесь курьезы. Но мы ничем не брезгаем. Обязательно покажу, что получится. Это окошко, это, конечно, что-то. Хотели наличку оставить. Кое-как убедил, что ее лучше сорвать. Мебельщики настаивали, кто гарнитур собирает, говорит, не отрывайте, мы будем в нее закручивать шкафы. Рассмешили, конечно. Мало того, шкаф на наличке, тогда здесь бы щель была. Вот так заканчивался. Не знаю, почему так не могли до конца догнать. Хотя бы вот так. Так хоть более-менее. Да уж. Но с обоими на самом деле, вот это очень важный момент. Очень важный. Обратить внимание на окна. Если есть слышимость, если дует, решите этот вопрос. Иначе, если обои разойдутся, будете виноваты вы, что не предупредили заказчика. Вот и вся арифметика.